Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Dying Light. Или как он там? Dying Light. В общем, продолжаем проходить. Сейчас вспомню, на чем мы вчера остановились, и что мы, соответственно, будем делать. Что-то с ВГМ надо связаться. Я так и не понял, мы вчера антизин забрали, не забрали. Договор с Раисом, человек в противогазе. Так, сейчас доделаем тогда договор с Раисом. Доделаем договор с Раисом, а потом пойдем по допке, человек вот, в противогазе. Посмотрим. Ой, какие вы шустрые-то. Чё вы такие шустрые-то? Чё, опять на паровоз там, или если это на фургон? Или как он? Ой, фургон, вагон. Фургон, блядь. Чем-то он мне этот напоминает. Far Cry. New Dawn. Там тоже так эти были. Вагоны. Это Крейн. Доложи. Я больше не работаю на Райс. Он хочет, чтобы я похитил Джейд Альдемир и доставил к нему для участия в гладиаторских боях. Да? И в чем дело? Что значит, в чем дело? Я не работорговец. Кажется, ты забываешь, как важно получить файл, Крейн. Раису нужна девчонка. Пусть заберет ее. Ты будешь рядом и присмотришь за ней. Верно? Да как вы? Вы же говорите о гуманности. Что к чертям происходит? И, кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его в секрете? Крейн, тебе платят не за нарушение субординации. Делай свою работу. Чтоб вы сдохли, уроды. Ну, отнесите антизин в башню. Ну, судя по английскому переводу, было сказано, пошли вы в задницу, уроды. А может без уродов, но в общем, пошли вы в задницу. А тут, чтоб вы сдохли. Я, конечно, не знаток английского. Альфи. Говорит Альфи, общий аврал. В башню не поступает газ, судя по всему, отключили по всему городу. Причина известна? Нет, и наш газосик Джефф на прошлой неделе ушел от нас. Его некем заменить. Может, стоит... Не может, а точно и побыстрее. Говорят, он устроил себе небольшую крепость где-то на железнодорожной станции. И чё? А, полный газ. Полный газ. Полный газ. Так, а чё у меня, кстати, с этими? С навыками. Маленько, да, осталось? То есть, если я сейчас добегу до башни, сдам, у меня должен апнуться уровень. А потом мы... Так, подожди, за полным газ... Ой, ё-моё, тут спрыгнешь и сдохнешь. Так, а чё, где тут синька, синька, да? Нет, хрен с этой синькой. Выживший... О, погиб я, даже добежать бы до него не успел. Какой-то выживший там доходяга оказался. Как ты еще выживал, если выживший, если это такой доходяга там оказался. Так, этот задохся. Этот задохся. О, что-то нашли. Блин, почему сбоку не открывает? Вот надо, блин, прям это. Встать лицо. Так, ага. Оп. Это Крейн, как слышно, Брекен? Как слышно, черт? Джейд, это Крейн, как слышно? Крейн, сколько у тебя антизина? Раис хочет, в общем... Он нас кинул, ясно, у меня 5 капсул. Что? Чтоб он сдох. Это на пару дней. Слушай, Крейн, у нас форс-мажор, вспышка на 18 этаже. Срочно возвращайся и бери антизин. Да... Вот беспонт, вот так вот. Они там что-то базарят, и, а тебя тут кумарят, блин, со всех сторон. И прочитать надо успеть. На, нах.
Че вы вдвоем что ли? Шустрики нападаете. Вообще берега попутали. Хрена вы. Еще и ты, иди сюда, нах. Все, сломалось что ли? Так, давай вот это возьмем. Че тут орешки? Все. Да ёптать. Пошла нахер. Нахер иди. Задолбали, блядь. Все уже посломал. Так, давай, что? Починим. Помоечку пошарим. Опа. Ух ты какой. Какие шустрые. Ой, я добежал до башни. Отлично. Вход в безопасную зону. Пробежал вход. Давай. Так, что тут? Этому сдать мне нечего, взять нечего. Ух ты, сколько со мной народу хочет поговорить-то. Ну-ка. Эй, видишь, из этого дома красный дым валит. Если его заметят люди Райса, они туда непременно вломятся. Парня надо предупредить. У меня сейчас так забот хватает, но я подумаю над этим. В чем дело? Ты ведь знаешь Джафара, тип из гаража? Он ищет хорошего паркурщика. Зачем? Он не стал объяснять по радио. Наверное, что-то важное. Ладно. Джафар — это тот, у которого я бабки, что ли, выбил для Райса. Гонец. Я весь внимание. Мистер Крейн, вам что-нибудь говорит имя Волкан Ясив Дал? Вообще ни о чем. Дал? Да, конечно, он владелец нефтяной компании Волкана, самый богатый человек в Харане. Все верно. Мистеру Дану требуется ваша помощь. Я не думал, что он до сих пор в городе. Большинство его сотрудников эвакуированы, но двое главных инженеров все еще здесь, в трущобах. Они братья, точнее близнецы, Толга и Фатин. Они работали над специальным проектом, это строго конфиденциально. И я не могу обсуждать детали. Скажу только, что это безмерно важный проект. Даже не буду пытаться измерить важность. Братья гениальные инженеры, но характер у них, скажем так, своеобразный. В связи с этим они отстают от графика. Плюс к тому, надо учесть и проблемы. Мистер Дал просит вас посодействовать, чтобы их работа возобновилась. Как вы понимаете, вознаграждение будет немалым. Что надо сделать? Просто делать, что они скажут. К вам будут обращаться по мере необходимости, и поручения не займут много времени. Будете, скажем так, устранять помехи. Они свяжутся с вами, когда им потребуется ваша помощь. Я подумаю. Да, подумай. Два брата-акробата. Так, что здесь? Благовония. Найдите лаванту для благовоний. Ну, конечно, давай найдем лаванту для благовоний. За 1000 баксов-то что не найти? Запасные очки. Отправляйтесь на квартиру Халика и принесите его вещи. Хорошая награда за смелому паркурщику. Давай возьмем. Возьмем. Так, что-то где-то здесь еще кто-то. А, этот очухался, да? Что ты? А этот сбоку. О, Крейн, человек, давший свет. Возьми. Извини, что не рассыпаю в благодарностях, но у меня, знаешь ли, неважный день. Могу я чем-то помочь? Да, но Брэки не разрешит. Говорит, опасно. Это что-то дельное? Слушай, Брэкин говорит, ночью нужна защита помощнее. Слишком много ночных тварей вокруг, верно? Я собрал новую схему с ультрафиолетовыми лампами на 10 киловатт. Это нечто, поджарит прыгуна за 50 метров. Ух ты. Это будет просто жесть. Но подходящие ультрафиолетовые лампы есть только на опорах позорного моста. Моста? Погоди, ты о световом заслоне на позорном мосту? Конечно. Там самые большие лампы. Ведь затея не удалась, полный провал. Когда все накрылось, мост пришлось разрушить. Если бы не пропало напряжение, все было пучком. А когда ты перезапустил подстанцию, система снова заработала. Теперь ночью мост отлично видно. Так, тебе нужно добыть лампочки? Да, да. Но есть одно но. Некоторые перегорели, ясно? Они не светят. И единственный способ определить, какие еще горят, идти туда, когда система под напряжением. Ночью, то есть, снова ночная вылазка. Добраться туда не так уж сложно. Но если выкрутить годные лампы, ты окажешься на мосту в кромешной тьме и с кучей проблем. Да, знаешь что? Пожалуй, Брэкин прав. Выбрось это из головы. Но до чего же обидно?
И чё? Так, давай мы. Награда, чертеж, электропила. Электропила. А ты чё? Халик. Так, чё-то... Я прочел твое объявление на стенде. Ты паркурщик? Отлично. Этот идиот Давут уселся в столовой на мои очки. А без них я слеп, как крот. И как я теперь буду помогать Альфе? В моей квартире осталась запасная пара. Это недалеко, но мне самому туда не добраться. Может, еще что-нибудь захватить? Боже, ты и правда пойдешь? Спасибо тебе и... да. Я собираюсь разбить на крыше огород. Так мы хоть с голоду не помрем. Но из наших в этом никто не смыслит. Кто-то на день рождения мне подарил книгу. Я не читал, правда, называется «Огород для чайников». Или вроде того. Она на стеллаже. Но знаешь, возможно, придется хорошенько поискать. Ну, тогда хорошенько и поищем, если придется хорошенько поискать. Люди рассчитывают на твою помощь, так что стой столбом займись. Не стой столбом займись. О, эти, по-моему, поменялись. Створки. Джей сказала, что на 18 этаже вспышки болезни. Мне нужно срочно доставить башню остатки от Дизина. 18. Можешь спуститься и на 8. У тебя есть антизин? Давай сюда. Один из наших обратился, и несколько людей попали в ловушку. Можно было изолировать помещение, но Брекин хотел спасти как можно больше людей. У нас не получилось. Кто-то должен был принять решение. Мы потеряли целый этаж. И там были дети. Лучше поговори с Брекином. Я отнесу препарат Лени. Пойдем поговорим с Брекином. Турум-пум. Так, что, этот опять что-то сказать хочет? Рад тебя видеть, Крейн. Тебе повезло. Ты не видел, что здесь случилось. Ой, ты не видел, через что я прошел. Так что не надо мне там говорить, там что случилось. Так, о, я же себе револьвер вчера сделал. Я уже и забыл про это. Так, вот это продать. Что-то все беру. А по сути-то ни хрена и нету. Путнего-то ни хрена и нету. Ну-ка, давай. А, так, шизобомба. Блин, так бы на шизобомбу бы этих водорослей пособирать. Ну, падла, там еще 25 водорослей надо. Долго собирать, просто придется плавать. Че, горюешь? Вот тут нам говорили... Какие точки сбрасывают антизин? А теперь они молчат. Там были дети, а я просто завис. Лена взяла ответственность на себя. Может, ей нужно принять командование? Вот и... Черт дери, Крейн. Я не лидер. Я долбан инструктор паркура. А еще ты истеричка. Там паркуру они тебя научат. Брекин, ты показал этим людям, как выжить. Когда я приехал в Харан, знаешь, что у меня было в карманах? Чертовы визитки. Я думал найти новых учеников, зарабатывать побольше, откладывать, может купить дом и больше не снимать жалкую квартиру. Слушай, давай я сам поговорю с Райсом. Так, погоди минутку. Ты нужен людям. Дай мне немного времени, ладно? Должен быть другой способ, что-то получше. Ладно, подождем, но недолго. Та-па-па-пам. Так, и... Чё, мне ни очков, ничего не дадут. И чё мне дальше-то делать? Ну, чё по квесту-то дальше? Договор с Райсом. Короче, походу я сейчас выйду, и кто-то мне там что-то... Пока мне наконец сделать что-то... А, пора мне наконец сделать что-то хорошее. Найдите Удиена на место на крыше и свяжитесь с ВГМ. Погнали. На крышу связываться с ВГМ. Кто-то закрыл эту. Опа. Рахим, что ты здесь делаешь? А, Крейн. О, набухался.
Тебе можно, да. Ты сколько выпил, дуралей? Да, ну что? Видишь высотку? Разведчики нашли там гнездо прыгунов. Грохнем их, сможем выходить ночью. Как тебе? Мы справимся, точно говорю? Я подумал, если заложить взрывчатку. Ты же не всерьез. Крейн, мы справимся. Пока эти твари там, мы никогда не наберем достаточно антизина. Это сработает. Мы отличная команда, а? Черт, черт, держи меня, держи меня. Черт, вот, я же говорил, мы команда. У нас нет взрывчатки. Вообще. Единственное, более-менее похожее, это взрывпакет из Спайка. Ничего не выйдет. Ты не понимаешь ни хрена. Я могу только наблюдать, сидеть на заднице, смотреть и ничего не делать. Я не хочу тут сдохнуть, Крейн. Не так. Так беспомощно. Если умирать, так хоть с пользой. Что это? У меня был самолет на воскресенье. На карантин объявили в четверг. Я уже сумки собрал. Я буду глядеть в оба, ясно? Если появится хоть какая-то возможность это сделать. Прокатило. Та-там-пам. Чё, пошли так. С ВГМ потрещим. Это Крейн, как слышно? Да, Крейн, что хотел? Вы должны сбрасывать антизин хотя бы возле башни. Этим людям нужна помощь. Тебя отправили в Харан искать файл, а не изображать мать Терезу. Или ты передумал насчет предложения Раиса? Возможно, мисс Альдамир сама не против сотрудничать. Испытать свои навыки в новых условиях. Вы дадите нам антизин, и тогда мы поговорим о том, что хочет Раис. О, ты говоришь нам? В любом случае, твой запрос не обсуждается. В министерстве некоторые сложности. Возобновление авиапоставок сейчас политически невыгодно. Вы в конец задолбали, понятно? Вы, ваш чертов файл. Я найду вам этот файл, но я его посмотрю как следует, прежде чем решить, что делать дальше. Ух ты. Че, кинули тебя, да, на антизинчик? Кинули на антизин. Ну, нехрен было сжигать все то, когда там... Крейн, это Джейд, как слышно? Громко и четко. Я не знаю, сколько у нас времени, так что кратко нужна твоя помощь. Раис превратил заброшенную школу в перевалочный пункт. Джейд, я думаю, он хранит там антизин. А. Если мы туда проберемся, то сможем добыть лекарства для башни. Пойдешь со мной? Я пойду с тобой. Хорошо, встретимся у вагона на железнодорожном переезде возле школы. Слушай, Джейд, если найдем антизина, нужно будет поговорить. О чем это? Запасной вариант. Ну или сейчас, Джейд. Сначала давай посмотрим, что мы можем найти в этой школе. Братья, сестры, встретились с Джейд в вагоне. Так, это по сюжетке, значит. Давай мы... Сюжетка пока... Так, что у меня? Благовоние, полный газ. Найдите крепость Джафара за станцией. Человек в противогазе. Так, вот этот я хотел. Человек в противогазе сделать. Здесь просто куча заданий второстепенных, очень интересных. Поэтому я не буду только сюжетку проходить. Так, а что у нас тут еще есть? Запасные очки, прожекторы. Так, подожди. А я не понял, вот у этого-то задание, как называется? Куда надо было там сходить-то? Братья, сестры, это с Джейд. Благовоние, это лаванду найти. Полный газ, это отключение. Человек в противогазе, запасные очки,
и прожекторы. Черт его знает, куда там надо было сходить. Так, а сколько у меня еще этих навыков? Я думал, хоть что-то дадут, если придешь, сделаешь. А меня побрили. Побрили. Угу. Так, лук. Пистолет. Так, зарядить надо сразу. Ага. Пятнашечку вставили. И это фигня вина. Найдите человека в противогазе и поговорите с ним. Давай. Найдем человека в противогазе. И поговорим с ним. Так. Так, а что за... Что за дикие крики? Кто тут выживший какой-то, что ли, опять? А, не, барыга, походу, да? А, вон ты бежишь. Ну, давай. Так, а что тут? Да, мне, в принципе, у тебя и покупать-то нечего. Всякую хрень. А вон. Все. Так, сколько до тебя? А ты вот где? Так, и чё здесь, блин? Так. Беги. Что там этот Рыгун? Или как он там? Блювун. Ух ты ж, сколько у вас там. Опа. Так, пошел нахер. Опа. Вот и все. Человек в противогазе. Так. Вот так тогда. Так, и чё, ты где здесь? Трудный взлом. Нормально. Опять. В закрытой помещении закрытый сундук стоит. Ну, вообще прям огонь просто. Драгоценности. Два закрытых сундука. Нафига было дверь закрывать, если сундуки закрытые? Где логика, спрашивается? Так, подожди, где-то вот здесь, да? Чё? Чё-то сохранилось? Там крадется, что ли, кто-то? А, сигареты. Все? Это все? Так, человек в противогазе. Что ты здесь, да, сидишь?
Стой. Стой, где стоишь. Шакур не... Если Шакур не любит гостей, Шакуру не следует портить ворота. Что? О чем ты говоришь? Это был не Шакур, это был человек в противогазе. Это ты человек в противогазе? Я? С ума сошел? С чего ты это взял? Потому что на тебе противогаз. Тебя обманули, друг мой. Тот предатель лишь притворился мной, сделал так, чтобы ты теперь садишь за Шакура. Но Шакур знает, кто это сделал. Шакур видел его без маски. Так ты говоришь, кто-то переоделся тобой? Я смотрел за ним из-за скалы. Он не видел Шакура, но Шакур видел все. Тогда Шакур лучше сказать, кто это был. Нет, моя информация слишком ценна. Если хочешь знать, что знает Шакур, придется ему кое-чем помочь. Тогда расскажу. Шакур, мы тут не торгуемся. Конечно нет, Шакур говорит, что делать, ты делаешь. Слушайся Шакура. И чего Шакуру захотелось? Тут рядом озеро. Моя сумка с сокровищами выпала за борт и утонула. Ты должен проплыть туда, как рыба, и принести ее. Иди, быстро. Be quick, 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 quick. Ах ты ж долбанный засранец. Найдите сумку с сокровищами этого придурка. Ну, пошли искать, что делать. Так. Я ж... Ну, я... Так, подожди, давай... Вспоминать по памяти. Где эта сумка тут может быть? Водоросли не соберу. Так. Ох. Иди туда, поплавай там, поищи то, блин. Вот урод. Так, где-то ты должна там на глубине, по-моему, быть. Сука, кислород кончается. Не видно ни хрена. Что с фонарем, что без. Так. Давай вспоминать, где ты тогда ее нашел. Так, так, весло, весло, весло. А вот она, огонь. Хоть недолго плавать пришлось. В общем, сумка возле весла. Так, карту сейчас включим, чтобы понятно было. Где-то вот в этом районе, то есть если там кто-то вдруг искать будет, увидите там, найдете. Поплыли быстрее. Так, что, ловкость 5, сила 7 у меня. Надо будет подкачаться. Надо подкачаться будет. Или половчить надо. Оп. На. Вот твоя сумка. Что, сам не мог ее... Шакур плавать не умеет. Нет, сначала сумка, потом я скажу, кто притворился Шакуром. Хорошо. Шакур, говори, что видел. Сначала самозванец вышел из деревни. Очень тихий, прямо шпион. Потом надел противогаз. Потом он подобрался к воротам, но уже очень шумно, чтоб охранник увидел. Срезал засов и убежал. Ты узнал его? Он какой-то странный. Не такой, как Шакур. Так ты скажешь, кто это? Конечно, это один из рыбаков, только оделся как Шакур. Ладно, я проверю. Шакур, а что было в сумке? Воздух. Чудный, чистый воздух. Теперь я опять могу дышать. Почему нельзя таких придурков убивать? Хотя подожди, если взять вот... Падла, можно было бы сохраниться, конечно, но... Ладно, не буду я тебя трогать.
хрен его знает, какие там потом последствия. Так, поговорить с охранником. Это сейчас бежать. Это сейчас бежать. Так, это что, трава? Трава. Ой, блин, в меня там плюют. Нахрен надо останавливаться. Так, а что, уже темнеет, что ли? Сколько? О, ёпарасоте. Уже темнеет. Вот это я ты. Это ты побегал. Так, а может мне тогда... Мост проклятых, это... Это ты или нет? Ты мост проклятых? Может мне тогда на мост проклятых забраться? Да, вроде это ты. Чё надо? Гуляй. Ты чё? Так, давай мы тогда попробуем сейчас на мост проклятых заберемся. Лампы тисканем. Так, теперь только надо вспомнить мне, по какому канату плестись, по дальнему или ближнему. Прилетело от кого-то. Так, 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 давай. Так, это дальний. Падла, не помню. Блин, не могу вспомнить, по какому там надо. Похеру полезли по этому. Тактика галактика, короче. Так, и тут, по-моему, тоже должна быть какая-то пасхалочка где-то там наверху лежать. Так, загораются. Сука, я надеюсь, я по той из этой лезу. Хотя вон там эти, блин, надо было еще там... Черт, ладно, там вроде дверь есть. Если что, через дверь попробуем спуститься пару этих пролетов ниже. Сейчас главное надо забраться хотя бы сюда. Лучше в сидячем положении, потому что меньше шатает, меньше штормит. Ну, слушай, зашибись, а с первой попытки, да, получилось? Ну, хорошо. Ну, с первой попытки, конечно, это... Так, а чё ты? Ты подожди. Ну и чё, куда? Давай. Сюда, сюда. А ну-ка. Ага. Чё ты это? Стоять, стоямба. Блядь, чё ты это? Не-не-не, давай. А ну-ка, подожди, ты. Оп. Оп, оп. Так, я что-то за это заблудился. Куда надо-то, блин? Ну все. Все, сейчас. Ночью очки.
Ох ты ж, ёб ты ж. Так, подожди. Ну вот я сюда залез, и чё? Ну, подожди-то, ёптыть. Полудурок ты. Нажмите пробел. Ага, я сейчас вниз уеду, нажму пробел. Так, давай вспоминай, куда тут надо. Ну, тут-то точно спрыгивать сейчас убьешься нахер. По-моему, убьешься. Так, блядь, фонарь включи ты. Так, а как тут наверх-то? Ну тут, похоже, это. Сюда. Ну вот, если сюда, то. Так, ну тут, тут. Не, ну тут, по-моему, никак. Тут все переэтовано. С тобой, короче. А-а-а, давай. Давай вот так. Ох ты, фу. Не убился, да? Так, что у нас тут? Тут сюда, сюда, сюда. Так, а тут не пробраться, да? Ну, значит, придется еще там спускаться ниже. Ух, высота. Давай, оп. Оп. Так, тут записка какая-то тут. Записка-ма. Так, тут. Да, тут по этой хрени можно будет спуститься. Так, вырубаем свет. Смотрим. Какие из них тут годные. И что? То есть ты чё их открыть, использовать? Опа. Блять. Я чё-то не понял, и чё? Да что ты в рот тебе комп... А чё тебя так шатает? Так, ты хоть присел? Так, а почему ты эти не можешь открыть? Или это... Так, ты же сказал, ночью надо это все сделать. Ну? Ну, ночью. А почему? Неактивно. Так, а тут я докуда спущусь? В самый низ я поеду? Блять, не... А, не, вон там это. Вот сюда. Так, и что? А, руки, блин, употели. Я что-то понять не могу, какие тут лампы-то годные. Так, а чё, самолет? Чё, скинул что-то, да? Только мне-то что-то. Вон груз. Груз! Да, нет, я не побегу за тобой. Я за тобой не побегу. Так, я достаточно ламп собрал или нет? Инвентарь. Тут даже непонятно. То есть химикаты, лампа. И лампы ли... Что-то вот реально забыл вообще про это. Что здесь? Как здесь?
Так, а самое-то теперь интересное, что мне надо... Мне надо теперь... Отсюда воспуститься. А чтобы мне отсюда воспуститься... Мне нужно куда-то... Подожди, это что там за чудо бегает? А, это этот. Ёпарасоте, подожди, как мне теперь отсюда спуститься? В эту сторону или в эту? Так, там, пам-пам. А, подожди, вот тут тоже дверь. Какая-то здесь дверь должна открываться. Так, ну не это точно, да? И что тут? Угу. Чик-чик-чик. Давай сюда. Ух ты. Так, подожди, давай посмотрим. И что мы тут? Вокруг облезем. И что дальше будет? Ничего, мы просто вокруг, что ли, облезем, да? Не, ну я-то знаю, что нам спрыгнуть надо, просто мне хочется понять. Так, ну тогда в обратку. Подожди, а что ты мне показываешь-то? Что ты мне показываешь такое здесь? Что за... Ночью отправляйтесь к позорному мосту. Да я отправился к позорному мосту, что еще надо-то? То есть он показывает, что куда-то ниже надо. А ниже-то там лампочек-то нету, все. Чё тебе надо-то? Блин. Пу-пу-пу. Короче, ребята, аллилуйя, кавабанга, как черепашки. Опа. Вот оно чё. Вот оно чё. Все нормально. Так, теперь надо мне... Человек в противогазе. Теперь, да, надо. Ну, рыбаки-то они, вот они, получается. Сейчас я до них нормально доберусь. Так, тут... О, рыба. Водоросли пока не видно. Хрен его знает, я, блин, те не те собрал. Так, Мелиха, что случилось? Этот гад Гарун выгнал из деревни мою сестру Аиду. Она вдова, воспитывает двух детей, Ясмину и Джамиля. Они пролезли под забором, чтобы найти свою мать. Ясмина вчера вернулась, но Аида и Джамиль остались где-то там. Прошу, отыщи мою сестру и племянника и верни их домой. Я сделаю, что смогу. Где девочка? В моем доме прячется от Гаруна. Боится, что он ее тоже выгонит. Я поговорю с Гаруном. А, давай, взломаем. Дадим ему в бубен. Все равно сейчас ночь. Можно маленько очков подфармить ночью. А что, здесь нету никого, что ли? Слышите, курица, а здесь нету никого? Его здесь нет. А, тогда тебе стоит его найти. А то-то я сам не догадался, да? Весло. Веслом. Подожди, а что, до сих пор, что ли, там не подобрали груз? Офигеть. То есть, если бы я на ту сторону спрыгнул, я бы еще до груза успел бы добраться, да? Пойдем до охранника, сперва доберемся. Так, а что это, кто, Гарун? Знаешь, где Гарун? Я недавно видел Гаруна, он говорил Гарсеры, что мы должны окружить деревню ловушками на тигров. Не думаю, что это хорошая идея. Не знает он, где Гарун. Охранник, давай.
У скольких людей есть ключи от ворот? Только у Тома, Гюрселя и Мусы. Спасибо. Погнали. Обыскать дом Тома. Откройте. Еще записка. Так, а как эти записки-то читать, блин? Что здесь? Как записки-то эти читать, что-то? Надо где-то полазить-то. О, нашел. Все, с первого раза нашел, хорошо. Поговорите с Гюрселем. Чем могу помочь? Ты испортил ворота, Гюрсель. Ты впустил мутанта в деревню. Я? Это был тот дебил маски, охранник его видел. Но кто-то другой видел тебя. Кто же? Где он? Покажи. А вот маска, я нашел ее в твоем доме. Ну да, а что мне оставалось? Деревня не хотела платить Райса за защиту. У Райса кончилось терпение. Он же поэтому тебя сюда послал. И ты подставил под удар своих же людей? Мне нужно было их убедить, что им нужна охрана Раиса. И ведь получилось же, тебе какое-то дело. Теперь Муса хочет пристрелить человека в противогазе. А это плохо? Отговори его, а не то придется всем рассказать, что ты впустил в деревню мутантов. Хорошо, я поговорю с Мусой и охранником. Так, все, мы это выполнили. Поговорите с Мусой. А о чем мне-то с ним говорить? Муса. Человек в противогазе больше вас не побеспокоит. Ты его пристрелил? Не было необходимости. Как? А его фокусы? Что бы ты ни думал, убивать людей все равно нехорошо. Если ты так не считаешь, у нас с тобой будут проблемы. Нет проблем, мистер. Я разозлился, но никого не убивал. Спасибо, что поговорили с ним. Все. Повышение уровня. Давай повысим. Так, что? Гранаты. Знаете, как самостоятельно делать гранаты четырех типов? Обычные, кровопускные, замораживающие и ядовитые. Так. Научитесь создавать щит и использовать его в бою. Щит. Ну, использовать электрические ограды. Давай лучше гранаты научимся делать. Гранаты. Так. Тут еще какие-то есть. А, задание, да? Водоросли. Найдите водоросли на озере утопленников. Мне нужны водоросли озера утопленников. Я делаю лекарства, награжу любого, кто принесет их мне. София. Окей, давай возьмем. Бинокль надо найти будет. Найдите бинокль для рыбаков. Давай поищем. Потом попозже. Так, а пока мне нужно с этим поговорить. Вот надо чутьем просто пользоваться, тогда проще будет общаться. Так, мне нужно найти Гаруна. Гарун никому не нравится, но, как по мне, он единственный, кто знает, что нужно делать. Нельзя быть одновременно жестоким и популярным, верно? Понимаешь, о чем я? Так, 15-10. Я ищу Гаруна. Гаруна? Будь зубная боль человеком, ее звали бы Гарун. Увидишь его, сбрось, пожалуйста, в яму поглубже. Отличный, прям вообще там. Ясмина. Я хочу помочь твоей маме, поговори со мной. Твоя мама в опасности, мне нужно найти ее. Ее нет, ее укусили. Гарун сказал, что укушенным тут жить нельзя. Я отведу ее туда, где есть лекарство, оттуда ее не выгонят. Ты можешь рассказать, что случилось с тобой и братом? Мы с Джамилом пролезли под забор, чтобы найти маму. Долго искали, нашли в домах, за трущобом, тоннель. Только там была кусака. Он укусил меня, а мама стукнула его по башке. Тебя укусили? Чуть-чуть, я пыталась убежать. Что сделала мама? Она завела нас в дом, а сама пошла искать лекарства. Потом она вернулась, сказала Джамиль ждать, а меня отвела к тому мужчине. Она дала тебе лекарство? Да, он сказал, что нужно будет еще, но мы с мамой сможем остаться в его в подвале, как его куклы. Я не поняла, мама испугалась и ударила его, а мне сказала бежать. Я побежала.
Все хорошо, Ясмина, я найду ее. Где живет тот человек? Не знаю, там много молотков и топоров. А брат где твой? Джамиль прячется в доме с красными цветами. Ты смелая девочка, но тебе придется тут побыть еще немного. И пока что держись подальше от Гаруна. Ты правда найдешь мою мамочку и брата? Обещаю. Спасибо тебе. Так, теперь Гаруна надо найти. Где найти Гаруна? Он, скорее всего, под мостом. Там обычно живут тролли. Жрет рыбьи головы, думаю. Гарун под... Ёлки-палки. До сих пор эту не подобрали. Представляете? До сих пор не подобрали. Что-то просто нереальное. Посылку до сих пор не подобрали. Гарун, ты не видишь, я занят. Почему ты знал ту женщину из деревни? Какую? Аиду? Она заражена. Зараженным тут не место. Это Гюрсель придумал. Некоторые люди не хотят брать на себя ответственность. Я взял. Если Аида не хотела, чтобы ее выгнали, не нужно было подставляться под укус. Не везет, что теперь? А ее дети? А что дети? Тут нет антизина. Им, считай, повезло, что мне пришлось смотреть, как кромсают их мамашу, которая превратилась в гребаного вурдалака. Ты начинаешь меня раздражать. Слушай, мне не нужны неприятности. Ты вроде нормальный парень. Хорошего дня, ясно? Ну, поговорил я с Гарунами, что... Найдите за туннелем дом с красными цветами. Так, а сколько мне... Блин, вот если... Да ты тут рядом совсем получается. Давай мы попробуем сигануть за тобой. Сгонять, может. Может, что получится. Просто если сейчас, наверное, рассветет, то эти все и заберут. Люди Раиса. Слушай, ну вот я уже практически доплыл. А ты куда? Подожди, ты чё? Под воду, что ли, упал вообще? Точняк, слушай. Вообще под воду упал. Набор помощи. Угу, нормально. Так, теперь можно на поверхность всплывать. Так, сколько вас еще тут? 5.29. Ах. Против. Не, единственное, что... Попробовать этого упыря долбаного... С револьвера зашмалять, да? Так, а это безопасная зона или нет? Ну, если что, я потом просто в воду от него сбегу. Ёпту мать, я 5 раз в него попал. 5 раз выстрелил. Иди нахер сюда. Стоямба.
смысле отстала? Эй, куда побежал, мудак? Иди сюда. Тварина, подлюка. А, чё, всё? Да ёпты, слепошарый. Косорылый. Давай. Вот так вот. На. И двоечка. На. Все, они это. Не успел я его добить, он это. Утро наступило. Так, пойдем, пацана, спасем. В общем, этот. Где моя мать? Сделаем квест. Сделаем квест. И. Наверное, все на сегодня. И на... Ой, не-не-не-не-не-не-не, только тут не падай. Так, я про вот это вот ни хрена не понял, конечно. Может, там надо... А при чем он тут сказал, что ночью надо лезть? Я ночью пробовал там. Не все как-то... А ночью как-то... Не совсем-то... Ой, ёп! Ладно, хоть не сдох, и то радостно. Так. Чё, не удалось убежать? Так, и где здесь дом с красными цветами? Дом с красными цветами. А, все, вот нашел. Так, пацан где-то плачет. А, вот, Red Flowers. Вот оно чё. Так, слышь, не ной, а. Шкет. Шкет, не ной. Сейчас башку тут разнесем всем. Так, а чё-то они теперь с это... С двух ударов стали убиваться, а не с одного. Так, это мы один выход закрыли, да? А, это здоровяки просто какие-то. Подожди, пацан, не, дай мне тут пошариться. О, статуэтка какая-то. А, внизу, что ли? Ё-моё, а где я там тебя внизу-то просмотрел? Подожди, а. Теперь все, да? Так, давай пока мы на... Поднимемся на этаж выше. Что?
О, это с одного удара. Так. Аэрозоль, клинок, записка. Пацан, хватит ныть. Сейчас мы тебя спасем. Все. Помогите, мама. Не бойся, ты ведь Джамиль? Да. Я ищу твою маму. Можешь сказать, где она? Ясмина укусила зомби. Мама отвела их к человеку, который нашел лекарство с неба. Его зовут Салим. Ты знаешь, где живет Салим? Мастерской Джамиль, я разыщу твою маму. Вернусь за тобой. Жди меня здесь, хорошо? Приходи скорее, не волнуйся. Че, пойдем этого? Ё-моё, как тут. Так, здесь я ж не выйду, я здесь все ходы перекрыл. Только, наверное, через верх. Так. А здесь? Да, здесь выход есть. Сколько там? 358 метров, обалдеть. Сколько мне бежать-то сейчас? До этой мастерской. Че, поближе не мог себе мастерскую найти, что ли, упырь? Ну ладно, хоть это. Вход в темную область. Ё-моё, чё у вас так много-то? Так, все, бегунов больше нету. Сколько мы хоть соточку? Так, две. Ой, так уже практически рядом. Стоило так бежать. Еще там какая-то где-то носится. Чудило. Прикольно так получилось. Бегут. Чтоб в табло, короче, получить. В тыкву хотел сказать дать. У нас так, давай закроем сперва выход, да, тебе в бубен дадим. Ай, блин, я не в то здание, да, зашел. Так, и тут что надо, свет включить. Давай, все, безопасная зона. Хорошо. И выход сюда. Отлично. Еще одна безопасная зона. И мусорки есть. Так. Найдите дом Салима. То есть вот в этой вот области надо дом Салима найти, да? Ты же не дом Салима тут, точно? Может, вот это дом Салима? Слушай, точняк. Салим, Салим, нужно поговорить. Проваливай, я вооружен, так что шел бы ты подальше. А, ты должен пустить. Что за Аида? Ты про эту глупую бабу? Она мертва, она была заражена, пришлось убить ее. Ее дочь говорит, у тебя есть антизин. Ничего не знаю, я тут ни при чем. Без нее я не уйду. Да, хочешь успокоить дискотеку? Давай, я приглашу еще гостей. Ну давай, пригласи, ёптать.
Чё, дурилка? Так. Уничтожить мутантов. Блин, ну уничтожить так уничтожить. Блять. Не туз. Перемотка. Так, 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 подожди, а. Сигнализация. Сигнализация где? Сигнализация. Может, я просто сигнализацию смогу отключить? Так, подожди, вот так. Так, а где сигнализация-то? Или пока я их этих всех не поубиваю, она будет пищать? Все, заткнулось. Убейте Салима, обыщите мастерскую Салима. Вот это я всегда за. Я не про обыск. Три. Вот и все. Мудила. Блин, а как патроны для револьвера сделать? Я могу их, интересно, делать вообще, нет? Так, что здесь нечего? Так, ты это. Ага. Так, давай открывай. Вот он. Вот, я его долго искал. Король. Король. Хороший такой. Хороший такой этот. Энергетический батончик и марля. Так, в туалете ее нет. Типа я не знал, где она будет находиться. Ага. Пошли. Двигаем. Вот, я давно ждал король, поэтому инвентарь. Мне нужно вот это, то есть выбрать, улучшить. Так, F6, где тут? F6, свободный разъем. Вот, король. Он и далее, то есть урон добавляет и обращение добавляет. Вот, для лука я его и берег. Подтвердить дальнейшее улучшение. Да, хочу. 460 теперь шмаляет лук. Так, ну и чё, сюда? Оп-оп. Ты чё, живая? Что он сделал с тобой? Да вроде ничего не сделал, сковал. Чё тут?
используйте. Тише, тише, ты свободна. Ясмина, моя дочь, она пошла. Все в порядке, она в деревне. Твой сын еще прячется в доме. Где ты его оставила? Что же мне делать? Мы не можем остаться в деревне. Гарун нас снова выгонит. Ты вместе с детьми отправишься в башню. Там ты найдешь врача по имени Лена. Скажи, что Крейн просит позаботиться о тебе, и что он достанет достаточно тизина для тебя и для дочери. Крейн, это ты? Да, я Крейн. Теперь иди к Джамилю, он ждет тебя. Ясмина у твоей сестры. Спасибо, что был добр ко мне. Я думала, в мире не осталось доброты. А вот ты ошиблась, да? Так, а чё? Где-то этот... Где-то упал груз. Давай посмотрим, где, может... Да, мы сейчас добежим до груза. Скорее всего, быстрее, чем Раисова... Раиса, уроды. И отожмем еще... Две пачки. Так, я не понял, а вы что, уже здесь, что ли? Ребятки, ну так дело не пойдет. Давайте. Хуяк. Хуяк. Ты живой, что ли, еще? Иди нахер. Мудаки, блин. Сказано, иди нахер. Упыри, падлы. Как вы так быстро-то прискакать успели? Так, найти бинокль. Блин. Стрела тоже. Лук, вернее, тоже дело. Так, чё, где у нас башня? Сколько нам до башни? Это квесты, квесты, квесты. Ой, до башни далеко тащиться, да? Где-то надо сохраниться, нам сохраниться, чтобы это... Зону какую-то безопасную найти или чё? Найдите бинокль. А до бинокля сколько? А до бинокля еще дальше, чем до башни, да? Так, вот здесь, по-моему, башня. Как же ты далеко находишься? Водоросли. Пу. Так, ну, в принципе, наверное... Давайте на этом все. Сегодня все. В общем, дальше я не буду. Здесь отсюда выйдем. Отсюда потом и начнем в следующий раз. Все. Так, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока.